не лучшие в России, но еще не взрослые. Не пропусти момент, когда зажгутся звезды. Уже пора знакомиться с кем еще не знакомы. В этих именах наше будущее баскетбола. Шире открывай глаза, не пропусти мимо ушей. Блог про молодых ребят, надежды юношей. В Турции по сравнению с Тревизо был такой довольно серьезный прогресс. Как вот изнутри. Согласны? Ну, серьезного прогресса не было, просто уже были практически все, на кого мы рассчитывали, игроки. Было проведено несколько тактических тренировок, объяснены ребятам наши цели, что мы хотим, что мы можем. И уже отталкиваясь от этих целей, мы строили свои планы на игру. Больше было, конечно, направленность на то, чтобы отработать некоторые взаимодействия в нападении, наладить связи и общение в защите. И поэтому от игры к игре, то есть мы ставили новые задачи для ребят. От всей души я желаю, чтобы Сергей закрепился в национальной команде. Это будет большим стимулом для него, это будет большим стимулом для всех ребят, которые играют и тренируются в молодежной команде, что если они прогрессируют, то у них есть реальный шанс попасть в национальную сборную. В отсутствии Карасева, Кулагина, кто, кроме Трушкина, может взять на себя лидерскую роль в этой команде? Это провокационный вопрос. Почему? Основная наша задача – это чтобы каждый выходящий максимально выкладывался в защите. А в связи с высшими названными вашими моментами, мы стремимся к тому, чтобы была командная игра, и чтобы, допустим, если кого-то сегодня пошло, максимально стараться задействовать этого игрока.